Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видеоуроке мы поговорим, как переводить деньги с любого электронного кошелька на любой электронный кошелек. Делать мы это будем с мониторингом обменников BestChange. Ссылку на данную страницу я оставлю под этим видео в описании, поэтому можете перейти сразу и посмотреть. Так, здесь вы можете переводить все абсолютно кошельки WebMoney на любые кошельки WebMoney, то есть на Яндекс.Деньги, на PerfectMoney, на PayPal, то есть биткоины, Payeer, то есть различные всевозможные электронные кошельки на любую банковскую карту, абсолютно с любого электронного кошелька на любую, абсолютно любую банковскую карту. То есть, если здесь нет вашего банка, вы смотрите, то вот можно выбрать Visa, MasterCard, юан, там, рубли, что угодно. На любой счет банка, переводы Western Union, Контакт, Золотая Корона. Итак, очень много различных обменов. Я не только говорю про WebMoney, то есть я говорю про все. Абсолютно. С Яндекс.Денег, с Киви. Вот нажимаете слева, что вы отдаете, справа то, что получаете. Допустим, с Яндекс.Денег надо перевести на Киви. Справа появляется куча различных обменников. Те, которые повыше, они более выгодные. Те, которые пониже, менее выгодные. На калькуляторе вы сразу можете посчитать, сколько вы, допустим, отдадите. Допустим, если вы 1000 рублей отдадите, нажимаете «Рассчитать». И вам сразу показывается, сколько вы получите на кошелек. Вот 978 рублей вы получите на самом выгодном. Если вам, допустим, надо посчитать, сколько вы хотите получить, если вам надо 1000 рублей, допустим, на Киви, нажимаете «Рассчитать», значит, с вас снимут 1022 рубля. Так, ну вот, в принципе, вот так вот легко. Далее вам просто надо будет перейти в обменник. Ну и здесь уже просто совершить обмен, в принципе. То есть ничего сложного. Заполнить форму, данную вам. Вот. Ну, то есть, как обычно. Ничего сложного. Итак, ну и также касается всех, абсолютно всех электронных валют. Вот, данный мониторинг пользуется большой популярностью. То есть, ну, многие им пользуются, реально сюда миллионы людей заходят и обменивают здесь деньги. То есть, ну, чаще всего здесь выводят на банковские карты, так как здесь это очень выгодно и просто сделать. Ну, в принципе, что, на этом все. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос, конечно. Если что-то непонятно, вы можете в комментариях задать снизу под этим видео. Ссылка, повторюсь, под этим видео в описании. Можете перейти. Так, ну, в принципе, что, на этом все. Всего доброго.